Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и сегодня мы с вами отправляемся на шопинг в Магнит Косметик. Хочу посмотреть, какие там появились новинки. Я думаю, что там что-то новенькое точно должно быть, и мне нужно очень хорошо закупиться бытовой химией для дома, потому что у меня все закончилось. И я такая подумала, раз уж мы сегодня едем в Магнит Косметик, не буду ничего заказывать на маркетплейсах, все куплю там. Так что, друзья, нас ждет интересный, я думаю, большой шопинг в Магнит Косметик. Погнали! Ну что, друзья, мы на месте. Магнит Косметик прямо передо мной. Кстати, мы первый раз приехали в Магнит Косметик в торговом центре. Как вам такой экспириенс? Начнем мы с вами, конечно же, с декоративной косметики. Первым делом я пришла к стенду с брендом 7Days. Я знала, что у них появились новинки, и они уже здесь представлены. Это новая линейка B-Color, но, к сожалению, здесь почти на все нету тестеров. Ну, давайте хотя бы так посмотрим, что здесь появилось. Палетка 7 в одном. Посмотрите, какие тут красивые цвета здесь. И румяна, и бронзеры, и скульптеры, и тени. Даже есть пудра. Скажу вам по секрету, совсем скоро мы с вами это все должны протестировать. Мне очень нравится хайлайтер. Посмотрите, какие они сияющие. Всего по 649 рублей. Есть в холодном белом оттенке с такими розово-голубыми переливами. И есть в оттенке шампань. Так хочется, знаете, немножечко намазать, посмотреть по свотчам, как это все будет. Но уже видно, что сияет шикардосно. Также есть румяна. Здесь представлено два оттенка, а тут даже целая капсула. И румяна эти запеченные. Первый оттенок и второй находятся внизу, я так понимаю, да? А может быть, я и ошибаюсь. Может быть, там один оттенок. Надо смотреть. Есть более насыщенный такой розовый. Розовый цвет и есть более natural. Здесь у нас палетки с тенями. Смотрите, голубенькая стоит 1099 рублей. К сожалению, на обратной стороне не представлены цвета. А розовая 1399. Ну, так неинтересно без свотчи. Мне очень нравятся вот эти блески для губ. По крайней мере, по дизайну так точно. И по шикарному выбору оттенков. Все эти блески матовые, вернее сказать, это все матовая помада. Называется B-Color Capsule. Чисто визуально понравились два вот этих оттенка. Пятый и седьмой. Смотрите, какая красивая пудра по 999 рублей. Конечно же, она запечатанная, нравится упаковка такая яркая. Ладно, будем это все смотреть, когда у нас будут свотчи, где-то тестеры, чтобы мы это все могли потрогать. Здесь старая коллекция от 7Days, и на многие продукты здесь хорошие скидки. Так, например, такие мерцающие тени стоят всего 399 рублей, а жидкие тени Хамелеон 749. На них тоже нету тестеров, не пощупаешь. Девочки, бренд Divash. Внимание, я прям заценила их фломастер для бровей, вот он. Это пушка-бомба. Он просто unbelievable, очень он мне нравится. Сколько он здесь стоит? Скажите мне, пожалуйста. 499 рублей стоит этот маркер, и он абсолютно стоит каждого рубля. Он еще часто бывает на скидках, так что, если что, можно их дождаться. Ну что, пришло время сделать покупки немного умнее. Многие думают, что кредитка – это просто способ быстро заполучить желаемое, когда денег на руках нет. Но знаете что? Это еще и способ круто сэкономить. Как, спросите вы? С помощью кэшбэка. Оформив карту Тинькофф Платинум, вы получите возможность вернуть себе 30% средств, потраченных на маркетплейсах. И это будут реальные деньги, а не бонусные баллы, которые вечно забываешь потратить. Просто совершайте покупки на любую сумму с использованием Тинькофф Платинум на Wildberries, Ozon, AliExpress и прочих маркетплейсах в течение 30 дней с момента активации. И да, кредитный лимит Тинькофф Платинум до 1 миллиона рублей. Осторожно, не потратьте весь миллион на косметику. А еще с карты можно бесплатно совершать переводы на карту любых банков до 50 тысяч рублей в месяц без подписки и до 100 тысяч рублей с подпиской Тинькофф Про. Вы даже можете переводить деньги на дебетовую карту и снимать наличные. В общем, с Тинькофф Платинум вам хватит на любые покупки. Забудьте о мифе, что кредитная карта – это дорога в долговую пропасть. С кредиткой Тинькофф Платинум ваши покупки становятся выгоднее и втройне приятнее. Проверьте сами. Переходите по ссылочке в описании и оформляйте карту Тинькофф Платинум с кэшбэком 30% рублями на маркетплейсах. Из приятных предложений нашла вот такую палетку для скульптурирования, стоит 487 рублей. Здесь у нас два вида хайлайтера. Такие достаточно приятные сияшки. Также есть бронзер и румяна. Мне нравятся оттенки, такие достаточно светлые, приглушенные. Как раз то, что мне нужно. Я так полагаю, что она, скорее всего, в одном оттенке. О, даже смотрите, с обратной стороны схема нанесения. Продается в одном оттенке. Также must-have от Divash – это вот эти румяна. Я вам, мне кажется, про них рассказывала.
показывала, еще раз расскажу, просто нереально. Я тестировала все цвета, все классно ложатся. Сейчас они как раз таки по скидке по 299 рублей. Я не могу даже, наверное, выделить никакого цвета румян, потому что мне понравились все. Вот этот такой немножечко с холодинкой, думаю, вообще многим подойдет. Вот сейчас на зиму огонь. Ого, смотрите, здесь есть бренд Пупа. Мне кажется, не каждый магнит косметик представлен на Пупа, но ее здесь прям хороший такой выбор. Кстати, я слышала про вот эту палетку. Палетка, говорят, она просто супер универсальная. Посмотрите, какие здесь оттенки. Реально на каждый день. Оттенок в качестве базы такой для высветления. Шоколадный. Шоколадный с шиммером. Приятная светлая бронза. А, так это двушки. Я думала, что это большая палетка. Кстати, если это двушки, я бы взяла вот этот вот пятый вариант. Потому что холодные вот такие оттенки, серебристый и темно-серый, мне не особо в макияже нужны. А вот это мне надо. Ищем палетку в пятом оттенке. Стоит, значит, она 1049 рублей. Вот. Первая наша с вами покупочка за сегодня. Также от бренда Pupa здесь BB крема в двух оттенках. Ага, это не два оттенка, это две совершенно разные формулы. Они оба оттенка нюд, которые подстраиваются под кожу. Только здесь у нас BB крем с праймером, а здесь у нас BB крем с антивозрастной. Еще увлажняющий. Не знала, что у Pupa есть BB крема. Кто пользовался, пишите в комментариях, как они. А, так это новинка. Все теперь понятно. Переходим к стоечке с Vivienne Sabo. Хочется мне, наверное, взять вот такой вот блеск. Смотрите, он белый и он без блеста. Он просто белый. Пахнет очень вкусно. Чтобы вы понимали, есть белый классический такой, но с шиммером, с блесточками. Смотрится он абсолютно по-другому. Он такой зимний, у него еще и блестки такие холодные, синие. Блеск стоит 469 рублей. Нравится еще вот этот в нежно-розовом оттенке. Он тоже простой, без каких-то блесток. Такой встречишь редко. Я вот белый 100% возьму. Давно такой хотела. Девочки, мальчики, помните, в прошлый раз я не выкупила такое зеркало, потому что я не знала, куда и зачем оно мне нужно. Но сейчас я знаю, куда и зачем, поэтому мы его с вами 100% берем. Оно здесь стоит всего лишь 349 рублей. Подобные на маркетплейсе стоят минимум 600. Я знаю, потому что искала. Так что без него мы сегодня не уйдем. Тут еще появились некоторые виды зеркал. Например, вот такое. Стоит оно 419 рублей, и оно крутится. Здесь две стороны. Одна увеличивает. Всем здравствуйте. И вторая сторона совершенно обычная. А еще появились вот такие вот прикольные органайзеры для украшений. И они тоже с зеркалами. Стоит такой органайзер 649 рублей. Также появились еще вот такие вот новинки. Органайзеры для ватных дисков и ватных палочек. И органайзеры под хоть что. Сюда хоть что можно сложить. Стоит 349 большой и 189 вот такой вот маленький. Наконец-то я дорвалась до бренда Funky Monkey. В этом магнит косметик он представлен. И я так понимаю, вообще вся коллекция меня здесь заждалась. Я не знакома с этим брендом, но вы мне много раз писали в комментариях, чтобы я его заценила, так что давайте будем заценивать. Меня почему-то сильно привлекают внимание вот эти вот тюбики. Это у нас стойкий тин для глаз. Стоит он в среднем 500 рублей. Я так понимаю, что некоторые цвета 500, некоторые 466. Нету, к сожалению, тессеров, но я думаю, по тюбику можно понять цвет. Они ультрапигментированные, и это у нас тон 01. Он такой светлый и нюдовый. И дальше просто посмотрите, какие красивые оттенки. Мне почему-то очень нравится вот этот цвет хаки, хотя такой цвет я в макияже вообще не использую. Давайте что-нибудь выберем. Я выбираю сейчас между вот этим тинтом, нежно-розовым, и тем, что я схватила в самом начале. Наверное, возьмем розовенький. Он, надеюсь, будет освежать взгляд. Хотя бы посмотрим, что он из себя представляет. Мне будет интересно. А с другой стороны стенда нас ждет плюшевая помада для губ. Блин, почему нету тестеров? Я так что-то все посмотреть. Мне здесь очень нравятся оттенки. Я обожаю коричневые помады, коричневые карандаши. И здесь, посмотрите, 50 оттенков коричневого. Хочется еще найти карандаши для губ. Я думаю, они здесь точно есть. Вот. Стойкие карандаши для губ. Что-то как-то оттенки здесь все в розовизну уходят. Больше какой-то сливовый. Я бы хотела какой-нибудь коричневый выбрать. Вот это темный. Это автоматические карандаши. Стоят они 549 рублей. И в них 25 грамм. Это один и тот же оттенок. Тон 0,5 как будто бы мое. Вот как брать, да? Вот как брать без тестеров? Ну, давайте попробуем, возьмем. Я думаю, для контура будет хорошо. И посмотрим, что же это за помада стила для губ. У меня есть предположение, что помада стила означает то, что она будет глянцевая, знаете, по текстуре, как бальзам. Стоит она 949 рублей. Также у бренда Funky Monkey много средств для бровей. Это карандаши для бровей и гели для бровей. Меня интересуют больше маркеры, вы знаете. Маркер по цене бренда Chic как минимум. Значит, точно он должен быть классный. У меня вообще есть желание скупить весь этот бренд и протестировать, но я не знаю. Если у вас желание смотреть такое видео, напишите в комментариях. Если будет много лайков и много комментариев, Маша, протестирую весь бренд Funky Monkey, я обязательно это сделаю, потому что ну, тут реально можно купить все и сделать полноценный макияж. Также в коллекции есть блески Buttery. Вот у них цвета мне нравятся.
нравится белый, коричневый, сливовый и такой немножечко малиновый. А рядом находятся обычные бальзамчики для губ, и они в форме квадратиков, похожи на лед, да? Знаете, бывает такой лед по единичке продается. Бальзама очень много, здесь 5,7 грамма на такую упаковку. Здесь у нас базы под макияж и лайнеры для глаз. А еще есть маркеры для глаз, цветные, тушь. Тушь что-то как-то прям разобрали, посмотрите. Ну и не такая уж прям скидка на нее. 536 рублей стоит тушь. Видимо, очень хорошая. Снизу стеллажа у нас находится тональная основа. Она только в единственном варианте. То есть только такой есть тональный крем, и он матирующий. Такая достаточно большая баночка. Здесь 28 мл с 1140 рублей. Еще я вижу, что есть матовая помада за 999 рублей. Цвета красивые, конечно. Я дождусь тестера. И мне понравился этот наборчик. Он для оформления бровей. Здесь два вида теней. Я думала, что здесь будет масло, но нет. Масло продается отдельно. Скорее всего, это оно. Стайлер для бровей. Есть щеточка, стоит 599 рублей. И там 5 грамм. Она такая тяжелая. Я только хотела сказать, что там очень много этого средства, а там 5 грамм. Но коробка тяжелая. Как говорится, готовься не летом, а подарочный набор к Новому году осенью. Посмотрите, сейчас на них хорошие скидки. Есть набор от CMD всего за 389 рублей. И у нас здесь в составе скраб и молочко для тела. И все это с кокосиком и в красивой упаковке. Цена просто сказка. И мне нравится вот этот набор от Планета Органика. Магический гель для душа. Это причем не гель, это масло для душа. И вот здесь что-то, наверное, по типу скраба. Нет, ребят, это тут масляная маска, свеча для лица, чтобы делать ей массаж. Стоит набор 689 рублей. Обалдеть, вы только посмотрите, какой здесь хороший стенд с брендом Alien. Почему-то каждый раз, когда мы приезжали в Магнит Косметик, какой-то другой, этот бренд был раскуплен подчистую, но здесь есть практически все. Есть блески для губ, на них сейчас хорошая скидка, давайте посмотрим. Хочется намазать все оттенки и сравнить. Ну что, вот и все 5 оттенков данного блеска. Пахнут они, кстати, приятненько, такой ванилью какой-то сладкий, базовый аромат для блеска. Мне больше всего по сиянию понравился 102-й. Посмотрите, какой он холодный и сияющий. И самый крайний бронзовый, как-то выглядит супер дорого. Также меня интересует пудра. Стоит она 749 рублей. Это матирующая компактная пудра. Есть 4 цвета. Ох, как она пылит. Но она приятная такая, у нее сатиновая текстура. Тут, видимо, я перебрала. Почему она так вкусно пахнет какими-то печеньками, скажи? Скажите, пожалуйста. Смотрите, как она заблюрила мне поры на руке. Я возьму. Вот этот оттенок мне подойдет, я думаю. Смотрите, какие красивые наборы. Это не по 1699 рублей. Это супер матовые помады. Мне почему-то они очень нравятся. Я думаю, в качестве подарка нормальная тема. Есть набор под названием Nude. Вот он мне нравится. Floral и Drama. Drama это для оператора. Помады матирующие. Это такие же, что ли? А, вот. Можно, кстати, сразу затестировать. Хотя бы какой у них финиш будет. Хочу что-то более светлое. Вот, коричневая. Ой, пахнет нереально. Нормальный оттенок, ребят. Смотрите, какая шоколадка молочная. Прям как молочный коктейль. Это оттенок 205. Давайте еще посмотрим. 202 называется Love. Но это уже с такой приятной розовинкой. Но тоже цвет мой. Ароматы нереальные. Кто пробовал, пишите, комфорт действительно в течение всего дня? Или нам что-то не договаривают? Зацените, тут, видимо, Beauty Bomb пользуется дикой популярностью, потому что тут новых коллекций вообще нету. Их либо не было, либо их все раскупили. Но зато есть база. И на некоторые продукты были хорошие скидки, но их все раскупили. Ой, смотрите, на Wet n Wild хорошее предложение. Скидки по 40%. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Есть матовая помада. Какая красивая ковочка с губками. Но нету тестеров, так что sorry. Кстати, вот эти хайлайтеры просто нереальные. У меня был и в таком оттенке, и в такой, вернее, есть. На них очень классное свечение. Но бронзеры, кстати, я не пробовала. И не попробовала. Вот, это мне надо. Салфетки для очищения. Очищение кистей. Кину сегодня же в косметичку. Стоит 129 рублей от Stellary. И давайте опять возьмем керлер, потому что у моего потерялась вот эта штучка силиконовая. И та, что запасная, тоже потерялась. Стоит он 339 рублей. Пока я полностью не ушла в отрыв по косметике, решила зайти в отдел с хозяйственными штучками. Наберем здесь чистящие средства. У меня почему-то дома резко все закончилось. И на самом деле нужно взять все. Давайте начнем, наверное, с вот этого. Мне многие советовали попробовать Сив Спрей. Универсальный, подходит для всех поверхностей и для текстиля. Возьмем его. Также от бренда Сив. Короче, мне все насоветовали. Рекомендовали взять крем. Наверное, это про него говорили. Есть два вида. Усиленная формула и универсальный. Я возьму вот этот универсальный.
Далее смотрим, что у нас по средствам для стекол. Я не могу уйти без клина, так что возьму вот это и вот это. Мне нравится то, что у клина есть такая технология, как пена. То есть переключаешь его, и он пшикает пеной. Переключаешь, он пшикает просто струей, как и все вот эти распылители. Если бы не эта пена, он бы мне так не нравился. Вот, это нам точно надо. От засоров просто у нас капец. Ничего такого нет. Нет, я всегда до места сберу, кстати. Либо тирет. Кстати, если тут есть волосогон, можно взять его, потому что это средство крутое. А нет волосогона. Волосогон бывает вот в таких пакетиках. Вот смотри, шуманит есть от засоров. Я возьму вот этот шуманит, попробуем. Но я искала здесь волосогон, потому что он обычно в пакетиках. Кстати, от бренда Grass, посмотри, какая цена хорошая. Давай возьмем антизасор. Еще нам нужно взять что-то для унитазика, чтобы помыть унитазы. Доместос. Я возьму, наверное, просто Доместос. Вот этот ультрабелый. Также, девочки, базу возьмем. Пемолюкс. Смотрите, какая-то новинка есть. Pro Nature. Я такую не пробовала. Кстати, люблю Пемолюкс. Им почти все хорошо очищается. Давайте возьмем какие-нибудь вонючки. Интересно, вот эти гелевые шарики, они для чего? Для шкафов. Ароматические гелевые шарики. Аромат лимона и лайма стоят 229 рублей. Куда их ставить? У меня эти шарики ассоциируются с автомобилем. Обычно такие ставят куда-то под сиденье. Давай возьмем, попробуем. Есть цитрус. Это вонючки. Есть лаванда. Да. И есть тропический рай. Я возьму лаванду от моли. Будем изгонять моль. Также, наверное, нам нужно взять запаски. Я искала аромат свежести, мне нравится, либо ванильный. Но ванильный, кстати, очень вычурный и прям, ну, надоедает. Поэтому аромат свежести самый топ, но его здесь нету. Зато есть весеннее пробуждение. Океанский бриз. Нежные цветы. Где мое чистое белье? Почему его тут нету? Жаль. Ну-ка, давай понюхаем, занюхнем. Пахнет туалетом общественным. Не подойдет. Да, почти все ароматы у нас просто ассоциируются с туалетом. Общественными, поэтому у нас такой выбор тяжелый. Кстати, можно попробовать нежность кашемира и сандал. Тяжелый. Не туалет, но просто тяжело дышать нечем. Вау, посмотри, какие здесь красивые диффузоры, ребят. Муск, ваниль, грейпфрут, водяная лилия, табак, ваниль, гуава, зеленая манго. Уай, какая красота. Глаза-то надо поднимать. Смотрите, какие красивые баночки. Что по поводу салфеток и бумаги? Я не знаю, вроде как нам ничего не надо, так что идем дальше. А вот это нам точно надо. Пакеты для мусора, особенно большие. Здесь 120 литров максимальные, но хотя бы такие 2 или 3 возьмем. Давайте возьмем 3, потому что они у нас очень быстро заканчиваются. А вот есть и на 240 литров. Возьмем 2. У нас сегодня такая прям хозяйственная закупочка получается. Еще возьму обычные пакеты, вот такие симпатичные. Симпатичные пакеты берем. Мне не нужны в ванную на второй этаж. Также давайте выберем какой-нибудь кондиционер для белья. У нас есть маленький формат Romance, здесь 600 мл. Мы, наверное, вот такой возьмем большой. Только какой по аромату, сейчас будем узнавать. Нравится. У него такой вечерний аромат, приятный, какой-то фиалки. Наверное, так и есть, фиалка. Элегантный. И хочу вот Romance все-таки тоже занюхнуть. Ой, Romance очень нежный, такая сладкая. Ваниль плюс какая-то груша. Классный, возьму. Вау, нифига мегапаки. Я очень люблю вот этот бренд. Он очень бюджетный. И у них хороший кондиционер. Я таких мегапаков не видела. Тут 3 литра стоит всего 349 рублей. С экстрактом хлопка залетает к нам. Также давайте посмотрим гели для стирки. Говорила, у меня все заканчивается или закончилось, так что реально надо закупиться. Тут почему-то только детские гели для стирки вижу. А, вот, обычные дальше. А тут еще и подарок, смотрите. Там сумочка для стирки, скорее всего, бюстгальтеров, либо чего-то очень нежного. Вот лэм выгоднее заказывать на маркетплейсах большим объемом, честно говоря, что я обычно делаю. Я, наверное, возьму синергетик, потому что он здесь по скидке и цена реально хорошая. Есть для цветного белья гипоаллергенный и есть для всех видов ткани. Он тоже гипоаллергенный. Смотри, эко-гель для очистки труб. Вот этот бренд Wander здесь всю полочку занял. И тут вся продукция. Смотрите, какое необычное средство нашла для ежедневной уборки. Интересно, что это такое? Для чего это? И нужно ли мне это? Сделано из овощей и фруктов и не требует смывания. А я такое хочу. И тоже можно пену им делать. Это нам надо. Ой, вот это нам надо. Для чистки мягкой мебели и ковров. Да, попробуем, протестируем. 400 рублей баночка стоит. Кстати, мы пробовали этот эко-гель. Хороший, концентрированный. Мне понравился. Теперь жду на него скидку. Ой, это что такое красивое? Надо это понюхать. Офигеть, как вкусно пахнет какими-то травами. Новый бренд, я так понимаю. Я его раньше не видела. Называется Гарденика. И здесь есть всякие разные гели для стирки. Я, допустим, схватила
приятно выводитель, и он так пах приятно. Я вот вижу, здесь есть кондиционер с ароматом миндаля и ванилью, он причем для детского белья. Это пахнет шоколадкой с миндалем, я возьму. Белым шоколадом пахнет. Видимо, аромат ванили и миндаль дают такой эффект. И здесь есть средства на все случаи жизни от этого бренда. Есть даже от засоров. А почему вот, да, от засоров не стоит там? Это неудобно. Ну, я понимаю, что это монобрендовая полочка, но мне кажется, это неудобно. Вы как считаете? Пишите в комментариях. Я вот там выбирала средства от засоров. Стояла бы там эта банка, я бы его взяла. Также от этого бренда есть еще и капсулы для стирки. Мой любимый отдел золотоваров. Я нашла лучшую в мире игрушку для Фунтика. Тут и пищалка есть, и шуршалка. Стоит 300 рублей такое удовольствие. А этот осьминог вообще не осьминог, а какой-то огурец с такими же пупырками. Там еще синий есть. Я знаю, что я ему сегодня куплю. Надеюсь, подарю ему за хорошее поведение. Это будет вот эта красная мышь. Я не знаю, какая-то по счету будет жизнь у него из магнит, наверное, уже 10-я. Он их все ломает за вечер. Он перегрызает там вот эту вот штучку, которая свистит, и все. И мышка рипнулась. Но зато ребенку весело. Так что возьмем. Стоит всего 179 рублей. Неожиданно и приятно мы нашли косметику TikTok. Где-то года полтора назад я ее всю тестировала, так что можете найти на канале. И не покупать никогда. Еще одна игрушка. Кстати, написано, что для собак. С какой-то травой, обычно же травой для кошек. С кошачьей мятой. Для игрушек, для кошек. Да для собак же написан. А, с другой стороны. Здесь для кошек, они не определились. Давай возьмем. 150 рублей стоит, я возьму. А вдруг он нанюхается этой травы и будет балдеть. Вот Фунтику точно нужна травка, чтобы он успокоился. А то он всегда с игрушек очень возбудимый. Тут пакетики есть для кокулечек. Кстати, очень дешевые и красивые. У меня пока что есть еще дома. Можно еще и цвета выбрать. Ребят, 4 рулона, 99 рублей. Это очень дешево. Для больших собак есть вот такие бутылки. Мне вот это нравится. Такая собака довольная. И есть набор для уборки. Вот я такой набор купила, мы же редко в городе гуляем. И из-за этого использую я пакетики редко. Тут 2 рулона и как раз таки такой органайзер. Тут даже тарелки есть. Посмотрите, какие красивые керамические тарелочки. Зеленая, серая, голубая. Да. Такое, на эстетике двигаются. Средства. Гигиены нас тут ждут. Посмотрите, тут целый стеллаж. Ну вот это мне не надо. А вот средства для интимной гигиены жидкое надо. Тут чуть мало брендов, конечно. Есть я сама, есть красная линия. Есть La Fresh и есть Ivo Laboratories. Все они достаточно бюджетные. Я не знаю, какую брать. Наверное, возьмем красную линию. Меня пугает, какая дешевая цена. Как раз таки алоэ вера смягчает, увлажняет, гипоаллергенно и подходит для чувствительной кожи. Ну, в принципе, то, что нужно, берем. Вот это мне нравится, ребят. Смотрите, какие необычные зубные щетки нашла. На них сейчас скидка 40% и две щетки стоят 120 рублей. И белая, и черная. И посмотрите, они немножечко похожи на монопучковые, только на увеличенные монопучковые щетки. Кстати, меня многие спрашивали, зачем мне нужна обычная щетка, когда у меня есть электрощетка. Мне мой стоматолог, и вернее гигиенист, рекомендовал чистить зубы где-то 60 на 40. 60% времени это электрическая зубная щетка, и где-то 40% обычная зубная щетка. Потому что всегда электрической зубной щеткой не рекомендуют многие стоматологи пользоваться. Да иногда, честно, лень. Утром, допустим, я часто обычно чищу быстренько и побежала. Но вечером это у меня занимает минут 5, а то и 7. Просто для сравнения, смотрите, вот эти щеточки и вот это президент. Она, наверное, раза в 3 больше. Смотрите, какой тут большой ассортимент спреев для освежения рта. Есть close-up, которого хватает на месяц. И есть close-up такой, которого, я не знаю, хватит ли на месяц, но он со свежей мятой и по скидке. Денису возьмем, говорит, у него изо рта пахнет. Это не я сказала, это он сам сказал. Есть еще отбеливающий гель для зубов. Пенка. Кстати, такой пенка раньше пользовалась, хорошая. Да, да, она реально рабочая. Зацени, паста с инжиром. Я такую недавно заказывала, реально с инжиром. Вкусненькая и не приторно-сладкая. Я решила заценить текстиль. Посмотрите, как много здесь полотенец. На любой цвет, свет и размер. Но мне всегда нравятся белые или черные полотенца. Такое полотенце размером 70 на 120 стоит 799 рублей. Махра очень плотненькая, но в то же время мягкая. Вообще, мне нужны что-то типа вот таких салфеток на кухне. Но это не салфетка, это большое полотенце, 150 рублей. Мне бы вот салфеточку, хватило бы вот четвертиночки. Вот есть такие кухонные полотенца махровые. Тоже размер 30 на 50. Но они тоже большие, мне поменьше надо. Но выбор расцветок большой. Все по 179. Тут достаточно небольшой магнит косметик, но, тем не менее, здесь даже есть посуда и очень много органайзеров. Мне кажется, каждый раз, когда я вижу вот эти органайзеры, я говорю вам, что я их хочу, но они мне, правда, так нравятся. Они так плотно закрываются. Посмотрите. Стоят они 349 рублей, и это бренд Royal Velvet. Есть большой объем, средний и маленький, и они все друг на друга вот так вот ставятся. Кстати, кому нужны контейнеры стеклянные, в магнит косметика не есть, мы такими закупались. Большой объем стоит
709 рублей, 1,7 литра, 1,3 литра стоит 429 рублей, 0,8 литра 324 и 0,55 литра стоит 250 рублей. Это даже дешевле, чем на маркетплейсах. Смотрите, какая банка. Чай, сахар, для бисквита есть даже с разными надписями. И была еще какая-то. Хлопья. Кое у кого скоро день рождения. У мистера оператора. И я, мне кажется, нашла отличные колпачки. Его Happy Birthday. Вот такой есть вариант. И есть вот такой вариант пати. Тебе какой нравится? Да, Happy Birthday. Ну, выбрали, значит. Берем. Есть вот такие вот свечки Happy Birthday. Мне вот это очень нравится. Свечки классные, но мы закажем длинные. Давайте посмотрим свечки с ароматизаторами. Это бренд Brissal. Здесь у нас аромат кофе, ваниль, миндаль. Можно так понюхать. Реально кофейно пахнет. У них очень классные вот эти вот диффузоры стоят долго. И пахнет долго. Чайная церемония. Это что-то на матче. Ой, пахнет вообще не чаем, пахнет лимоном. Тарелочек зеленого цвета, как колпаки, к сожалению, нет. Но есть. Да? Где? Ой, возьмем тогда. Кстати, моего дня рождения осталось. Ну уж ладно, эти возьмем. Смотри, какие красивые салфетки. Be happy. Стиль подходит, да? Да, тут конфетти, там конфетти как раз. Вот вы все смеялись, что она брала много салфеток в машину, когда ее организовывала. Но обычные салфетки мы уже все истратили, без шуток. Поэтому сейчас возьмем вот такие вот маленькие пачечки. Кстати, те салфетки, которые мы брали в Ашане, были ужасные. Они очень тонкие и маленькие. Вот эти всяко получше стоят всего 16 рублей. У них еще акция 3 равно 2. То есть надо взять 6 штук, а заплатим всего за 4. Вау, зацените, что я нашла. Щипцы для завивки Polaris. И всего за 699 рублей. Можно делать вот такую укладку, типа как у меня. Но я такими щипцами всегда себе руки обжигаю. И тут еще нету, скорее всего, перчатки, которая должна быть. Просто берешь вот так волосы на них накручиваешь и ждешь. Даже шнур вращающийся. За эти деньги просто подарок судьбы. Только перчатку надо будет отдельно покупать. Ой, мне это нравится, мне это надо. Смотрите, какие классные резинки. 3 штуки, 119 рублей. Они мягенькие, волосы не будут переламывать, то, что нужно. Есть меховые резинки по 49. Серые, розовые и даже белые есть, молочные. Вау, это повязка? Да, это повязка на голову. Вы в шоке? Я в шоке. Большой крабик для волос стоит 79 рублей с жемчужинками. И рядышком есть сердечко. Вот сердечком я возьму, мне нравится. Такой стильный. Тут огромный ассортимент расчесок, посмотрите. Это, наверное, самое большое количество расчесок, что я видела в Магнит Косметик. Тут на любой и цвет, и размер, и тип волос. Я думала, тут будет зеркальце. Такая, допустим, стоит 329 рублей. Просто массажная. Вау, есть такая вот щеточка для того, чтобы прочесывать все свои волосы с щетинками. С одной стороны и с другой стороны обычная массажная расческа, а это натуральная щетина. Кажется, я знаю, что мне точно нужно. Это краска для волос L'Oreal Excellence в оттенке 1021. Беру сразу две коробочки, потому что одной мне, как правило, не хватает. Одна стоит 649 рублей. Зацените, какую новинку нашла. Это гель для бритья от бренда Камион. Я такой точно раньше не видела. Он, скорее всего, жидкий, это гель. Стоит 199 рублей. Есть для чувствительной кожи и есть для увлажнения. Денису не надо, мне всегда гель для бритья нужен. И еще одна новинка. Лосьоны после бритья. Есть для чувствительной кожи и есть охлаждающие. Мне баночки очень нравятся. Такие эстетичные. И вот эти баночки пены для бритья тоже впечатляют. Есть охлаждающие пены для бритья, а есть для чувствительной кожи. Бренд называется Organic Man. Вау, сколько тут игрушек. Ну, неожиданно, потому что, правда, Магнит Косметик оказался маленький, зато игрушек как много. Смотрите, какие есть куклы классные. Они от бренда Zuru. Какие у них прорисованные детали четкие. Мне вот это очень нравится. Да и это нравится. Мне все они нравятся классные. Тянучки есть, крутой замес. Пауки, которые, скорее всего, бегают. Это роботы. Реально, типа, паук, понял? На Хэллоуин в самый раз напугать кого-нибудь. Управляется через что? Потому что в инструкции один паук и одна инструкция по использованию. То есть он просто бегает, ты им не управляешь. Есть слаймы по 199 рублей. Да, игрушек-то очень много. Что? Не надо вот это, наверное. Кошмар, давай. Друзья, Денису нужен крутой замес за 249 рублей. Там еще какой-то пес есть. Смотри, тут какой-то пес. Только это кот. Он такой приятный. Смотрите, какой класс. Ой, смотри, как у него пораздувается то, что нужно. С кружками тут как-то грустно, но все равно есть прикольная. Вот такая зелененькая, написано yes. И есть кружка с леди баг. Для фанатов Леди Баг все. Это все, что тут есть прикольное. Наверное, уже пора отправляться на кассу. Мы тут посмотрели все, что можно было посмотреть. Очень маленький Магнит Косметик, особенно для съемок. Но маленькие-то маленькие, а корзину целую набрали. Самое главное, купили бытовую химию. Пишите в комментариях, как вы думаете, сколько мы сегодня потратим. Ну, а через пару секунд вы узнаете. Ой, ребят, по пути на кассу, смотрите, что нашла. Не могла вам это не показать. Косметички в стиле Victoria's Secret. Вот такая большая, стоит всего лишь 299 рублей. Я, конечно, еще не смотрела, что там внутри. А здесь просто один большой отдел, но тем не менее выглядит она очень даже хорошо, цвет приятный. Есть еще маленькая косметичка за 169 и среднего размера.
Эклера прямоугольная за 189 рублей. И я сейчас хочу заценить вот эти ароматы. Я видела очень много на них рекламы. Хочется понять, действительно ли они такие классные. Поскольку ароматы мужские, Денис решил взять все в свои руки. Первый аромат – это синяя толстовка. Да, он такой лимонный, свежий, хороший аромат у тебя есть похожий. И темная толстовка. Это ароматы от United Colors of Benetton. О, прикольно, пахнет деревом. Да, бери такой. Нет. Бери, очень классный. Ну, такой свежий, да, правда? Да, классный аромат. Да и мне и упаковка нравится, смотрите, какая стильная. Первый пакет – пощоль. Второй пакет – пощоль. И третий пакет – пощоль. Вот такая закупочка. Макшина закрываль. Ну что, ребят, наш большой шопинг оказался не таким уж и большим, как сам Магнит Косметик на этот раз. Ну ничего, в следующий раз поедем в наш любимый, большой, где очень большой ассортимент. Мне выдали на кассе очень много стрейч-карт с подарками. Я, честно, не знаю, сколько их здесь. Можно прям реально в карты играть. Ты не знаешь, стираешь здесь слой, и тут будет подарок. Давайте сотрем, что нам тут попадется на этот раз. Кинопоиск по промокоду. 5 дней кинопоиска. Или 15. 45 дней кинопоиска по промокоду, понимаете? Ну так вот, можно 45 дней кинопоиск смотреть. Итого общий чек у нас получился вот таким. На сумму 14 786 рублей. У меня тут еще очень много купонов всяких разных. Надо будет рассмотреть. Даже есть купон на Royal Kuchen, чтобы вы понимали. На магнитиков начислили 29. А знаете, сколько у нас магнитиков? 1300. Надо их использовать, не забывайте. Ну что, ребят, на этом все. Шопинг подошел к концу. Была рада его провести вместе с вами. Увидимся с вами в новых роликах. Так что до скорой встречи. Всех люблю и пока!